Приветствую всех на канале Fika Play. С вами Эльвира. Мы продолжаем проходить Gas Station Simulator. Здравствуйте, дорогой полицейский. Так, вы за покупками. Полный мусор. Клиент у заправки, клиент у кассы. Я уже забыла, как играть, если честно. Так вот, будем немножко вспоминать вместе с вами. Подожди, это все? Так я тебя кинула в корзину, не ври. Куда нам тут? Куда нам тут? Да-да-да, иду. Так, все, входим в режим заправщика. Все, 56, давай, до свидания. Мусор выбрасываем, мусор нельзя сохранять, у нас тут вонять будет жестко. Сразу тогда бежим выбрасывать. А, нам надо заказать вывоз мусора. Подожди, чел. Да что такое это? Ты сядешь туда? Вон? А иди в пень, короче. Иду. Здравствуйте, дамы. Что у вас тут? Напиточек, пожалуйста. Еще один напиточек. Как я хотел. Да, давай. Так, во-первых, что нам надо? Нам надо доставка топлива посмотреть. 90. 1,95. Давайте-ка закажем. Что у нас еще есть? Так, улучшение. Услуги в сбор мусора заказать. И что-то нам надо еще. А, нам надо, кстати, нам надо доставка. А же доставка продуктов нам еще недоступна, что ли? Ой, здравствуйте. А, нам же надо склад очистить. Точно. Нам же нужно склад очистить. Так, чипсики, конфетки. Зубы испортишь, не жри так много конфет. Клиенту заправки, бежим. И раз, и поехали. Раз, все, как я и хотела, давай. А где наш... Вот она. Вот наш склад, нам его, собственно, надо почистить. Так, побежали, пока у нас никогошеньки нету. Открываем. Ой, здравствуйте. Это нам все типа разгружать? Наверное, да. Что он тут делает-то? Мы зашли. Найдите способ проникнуть в склад и открыть его ворота. А, ворота у нас где-то тут, по-моему, открываются. Да? А, вот они. Будь осторожен. Держите ворота склада закрытыми, иначе кто-то сможет вас ограбить. Окей. Вот эти вот стоги сена надо выбросить. А что так темно-то? Фонарик есть у нас? Нет? Нету фонарика. Как так-то? А чё у нас нету никого на кассе? Никто не хочет уже приходить к нам? Так, а ты можешь туда его засунуть-то? Вот, отлично. Что такое тут у нас? Рядом с резервуаром доставка топлива. Да, сейчас идем. Мусора, я так понимаю, нас забрали. Нажмите Т. Все, я поняла. Окей, закроем тогда. Мало ли, правда, у нас там ничего пока что нет, но все равно закроем на всякий случай. Все. Рядом с резервуаром доставка. Клиент у заправки. Это мы... А, нет. Мы закрываем. Так, стоп. Фух, выдохнули и побежали. И побежали заново. Да не пипикайте вы, господи, проедете как-нибудь. Берите, тут у нас остатки остались, как и клиент у заправки. Сейчас начало вот этого. Женщина, быстрее, пожалуйста. Пожалуйста, быстрее, дамочка. Свои печеньки бери, молоко какое-то. Газировки. Конфетки, газировки. Все, супер. Пока ты там будешь супер, я заправлю лучше второго человека. И... Раз. Давай. Всего доброго. И два. Левый shift нажимаем. Давай. Давай, всего хорошего. Все. Подожди, тут... Ты тут пока что смотри, что тебе там купить. Опять наш любимый чел бежит там развлекать наших гостей. Пролезешь? Вот ты собака. А, что такая собака-то? Поехали. И раз. И два. Откуда здесь только сено? Интересно, здесь что, ранчо было, что ли? Наверное, да. Так, у нас тут тоже есть штучка эта. Это хорошо.
Это замечательно. Клиент у кассы. Да, сейчас подождите немножко. Вот эти вот хотя бы разгружу чуть-чуть. Прям совсем. Совсем чуть-чуть. Я быстро. Я очень быстро. Я как самый быстрый в мире человек. Так. Все, погрузила. Погрузила, тогда это мы закрываем. И бежим. Бежим, бежим, бежим быстрее. Клиенту кассы. Мы здесь, собственно. Левую нажимаем. И пока что у нас, конечно же, пошла рутинка. Рутинка. В прошлой серии нам угрожал наш дядюшка. Ну, как угрожал? Побили его, нас его люди. Ничего такого, в принципе. Это по-родственному, как говорится. Но, тем не менее, он нам намекает, что мы должны ему бабки. Денюшки, деньжата, что он нам так вот помогает, а мы, собственно, ничего не делаем. Так, давайте-ка чуть погромче тут бахну. А мы ничего не делаем и как бы пользуемся якобы его деньгами. Но это же не так. Мы же вроде как покупаем все на свои. Да, мы не покупали вот эти вот товары. Ну а кто просил нам их, точнее, его, их покупать, собственно? Мы не просили. Сейчас подождите, товарищ полицейский. Все, отлично. Вроде чисто. Да, я иду. Смотрите, у нас тут призраки. Арестуйте его, пожалуйста. Он тут портит всю атмосферу. Хотя, в принципе, он играет, наверное, наоборот, создает атмосферу. Пойдемте-ка дальше пока что убирать. То есть мы боимся, что у нас ограбят склад, поэтому мы его закрываем. А то, что ограбят магазин, пока мы тут бегаем в этом складе, мы этого не боимся, я так понимаю. Скорее всего, не. Давайте пока что здесь у нас. Давайте-ка пока что здесь оставим. Потом вызовем мусорщика и погрузим все. Вот эти вот всякие хрени. Всякие там палки, шмалки. Все вот это вот выбрасываем вот сюда вот. Мусор. Палеты какие-то непонятные. Все это кидаем вот сюда вот. Вот эту хрень. Я думаю, нам это ничего не нужно. Оно мешается. Что тут у нас еще есть такого? Вот деревяшка. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Вы тут заняты, да, я так понимаю. Тогда я вас не буду тревожить. Тогда я не буду вот это вот трогать, пускай стоит. Лишний раз только возиться. Зачем мне это надо? Коробка. И ох. Бинго почти. Стул. Ну, стул можно, в принципе, вот сюда вот поставить. Будем считать, что там можно будет сидеть и что-нибудь делать. Так, письмо у нас есть. А это у нас не берется. То есть, у нас деко. Подождите, я аккуратно вообще-то пробежала, не ври. Давайте-ка покупаем склад. Да, покупаем. Достижение разблокировано. Все, ребята, мы купили склад. Это замечательно. Теперь мы обслужим нашего клиента. Клиенты не любят ждать. Это факт. Ты первоклассный работник. Да, я знаю, спасибо. Только ты мог бы побольше купить, поэтому ты для меня не первоклассный покупатель. В смысле и все? Я ему перелила, он говорит, и все. Я ему налила больше, чем нужно, он говорит, и все. Типа, могла побольше. Взяла и потратила. Прекрасно. Магазин. Ага, то есть у нас тут доставка. А, что по топливу? 132 литра. 100. Давайте-ка еще купим. На всякий случай пускай будет. И тут у нас напитки, закуски и тому подобное. Почта, склад и поставки. Пора сделать первую покупку, малыш. Первый раз я оставила для тебя товар. Теперь ты сам выбираешь, что продавать. Обязательно перепроверь цену. Для себя ты хочешь продавать по стабильной цене, но поставщикам это редко волнует. Покупай тогда, когда она будет самой низкой. Ой, низкой. Ты сделаешь правильный выбор, прежде чем заказать товар. Ты должен убедиться, что у тебя есть место для демонстрации. Всегда следи за тем, чтобы купить нужное количество и тип полок. Чтобы заказать товар, прожми на карточку доставку, затем выбери нужное количество. Это все понятно, короче.
Окей, то есть нам нужно искать все по приемлемой цене плюс-минус. Как бы походу закупается. Или мусор выкину. Вот, 28. У нас есть чипсы какие-то. Давайте-ка в корзинку купим. Вот эти купим. И вот эти купим. Будем, короче, покупать все, что у нас зеленым цветом. Я так понимаю. Алкоголь у нас пока что нету. Блин, заказать забыла. Чел, заказать забыла. Вот ты меня сбил. Панталыги. Взял и сбил. Amazing, amazing, here amazing. Так, закуски. Так, так. Так, а у нас хватит вообще места-то? Ничего. 175, стоимость заказа 157. Заказать. А нам нужны, кстати, полки. Order продукти. Да, продукти. Нам нужны полки. Ой, у нас тут еще вакуум какой-то, пневматический молот, аэрограф, чего? Стеллажи. Вот алкоголь нам нужен. Можно, в принципе, пока что маленький взять. Сигареты. Иду, 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 иду. Иду, иду, чел, иду, иду, иду. Подожди, не бибикай. Не бибикай, подожди. Все, спокойно. Спокойно, ребята. Что за кипиш? Я так понимаю, у меня закончились товары, поэтому никто не приходит. Все. Все. В этот раз я тебя нормально заправила, так что не давай-ка мне тут не тренди. Да, товары у нас закончились, поэтому никого и нет. Можно, давайте-ка, наверное, купим. А, у нас что тут есть? Мороженое. Мороженое слишком дорогое. Давайте-ка купим пока что 169, 239, 199. Давайте для сигарет купим стеллаж. И доставку тогда сразу сигареты. А, у нас она, наверное, в пути. Нас сейчас не даст выбрать. И вот это вот я предлагаю переставить. Так, как у нас тут F взять и поставить? F взять. Что это такое у нас? У нас напитки, по-моему. Давайте-ка пока что вот так вот поставим. Женщина, что? Не мешай, мужчина или женщина. Встал тут мне. Ты видишь, у меня тут перестановка. Руками машет своими. Оп, вот так вот, отлично. Пока что пускай так стоит. Ворота склада. Бежим. Наша еда ням-ням приехала. Давай, давай, чел, заезжай. Заезжай. Вот этот мы выкинем. Доставку опять забыла эту заказать. Давайте-ка, пока что он там заезжает, мы сюда вот накидаем. Каким-нибудь. Ой, какой-то тяжелый. А ты встанешь или нет? А иди в пень тогда. Здравствуй, чел. Что тебе нужно? А, открыть. Поехали. Убежали. Оп. Полный мусор. А, клиенту заправки и все, в принципе. Все. Задание выполнено. А подожди, закрою. О. Все. Там уехал? Ага, уехал, конечно. Все, отлично. Бежим. Мы бежим, 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 бежим. Полный мусор, клиенту заправки. Идем. Полный мусор. Откуда здесь полный мусор, если здесь клиентов ни хрена нет? Рыба какая-то. Что за рыба была? Это что за рыба такая? Ты что ли оставил вот свои рыбы? И оп, все. О, я сама в шоке. Сюда. Просто сюда неохота таскать вот этот мусор. Мне кажется, лучше там оставить. Мне кажется, что лучше там. А как же нам их установить? Ага. Разместить, разместить, разместить. Разместить, разместить, разместить. Разместить, разместить, разместить. Разместить, разместить, разместить. Все, выбирайте. 10, 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 10. Все, отлично. Отлично. Давай. Уже что-то прикупил. Чипсики. Ну, конечно. Конечно, чипсы он купил. Вау, супер, да. Ой, что нам надо?
171. А, ну еще, в принципе, нормально. А, так нам надо этот купить. Нам нужно надо магазины, нам нужны сигареты. Я же захотела сигаретки купить. Все-таки это такой, знаете, ходовой товар. Сколько у нас тут? 180. Нормально. А, и надо топливо. Нет, не топливо. Нам надо что? Услуги. Сбор мусора. Надеюсь, он бесплатный. Не знаю насчет того, бесплатный он или нет, но надеюсь, что бесплатный. И раз. Great, да. Ой, фу. Оденься, мужик. Не стыдно так ходить? Ужасно. Ходит тут птичками своими светит. Вот таким вот и нужны как раз. Сейчас, подожди, сигарет, привет, ты приезжай. Приезжай, я тебя жду. 0.10, последняя точность. И оп, все, отлично. Огромное спасибо. Да не за что, что ты тут возникаешь-то? Чего у нас тут есть? Пятнышки. И трынь. Какая-то так мусор. Кто кидает так мусор? С ума, что ли, сошли? Надо как-то, я не знаю, цивилизованней быть. Взял, в мусорку выкинул. Пока у нас там мусорка едет, кстати. Кстати. Можно вот это вот все понакидать. И раз. И два. И рис. Все, отлично. Ворота склада. Иду. Иду. У нас сегодня прям какие-то доставки, какие-то что-то там магазин. Такой прям продуктивный денек. Заезжай, пожалуйста. Заезжай. Нам не жалко. Мы пока что вот это вот. Мы пока что вот это вот все выкинем. Такс. Раз, два, три. А что только одна коробочка? Давай. Оп, оп, все, супер. Закрылась? Нет, что ли, опять? Да что такое-то, а? Ты че? Ошалел, что ли? Ограбит нафиг. Клиент у кассы, бежим. Бежим. Добрый день. Как у вас настроение? Да, отлично. Давай быстрей. Иди. Здравствуйте, женщины. Встал мне тут. Супер комбо. У нас сколько? 11, 12. Отлично. Отлично. Что у нас там по заданию? Возьмите трубку. У твоего день есть слов для тебя. Сейчас дядька подождет. Я предлагаю покрасить все-таки нашу. А я не помню, как дальше это красить. Левый shift для выбора. Серый, может быть. И оранжевый, красный. Может быть, оранжевый? Подожди, чел. Оп. Во, отлично. Давайте-ка оранжевую будем делать. Оранжевая заправка. А чё нет? Пускай внутри будет оранжевая, а снаружи, может быть, красная какая-то. Может быть, кстати, это неплохое сочетание. Хотя красная, это, наверное, банально. Хотя нет. В принципе, когда даже я там езжу, то красные заправки как-то более так цивилизованнее выглядят, как-то ярко, знаете, насыщенно. Поэтому, мне кажется, красный цвет прям самое то. А какой у нас оранжевый был? Вот этот вот? Или более приглушенный такой, я не помню. Ну, ляпнула опять. Что там, ляп заметен? Да вроде нет. Вроде не заметен, и ладно. Поехали. Отлично. Блин, как же хорошо, что здесь не забираются деньги за краску. Это прям замечательно. Подожди, клиенту заправки, подожди. У нас тут неотложные дела. Все, отлично. Картины, это не знаю. Мне кажется, она просто, наверное, как декор добавляет. То есть она
ничего такого не делает, в принципе, просто как стоит и стоит. Нам не мешает, им не мешает, все отлично. Все замечательно. И раз, все. Да. С вас тоже. Вот это вот самое. Она показывает, типа, ставьте лайки. Ставьте лайки. У тебя там упало. Может быть, она так хотела своровать, и у нее случайно упала из-за пазухи вот эта вот штучка. Забери, на. Это ты уронила, на. Чё? Забери, говорю. Ой. Вечно они как-то что-то делают. Ну что ж, продолжаем покраску наших прекрасных стен. Оранжевый. Женщина, скажите, пожалуйста, как вам наша новая заправка? Оранжевый цвет нормальный, ненормальный? Вам нравится? Слишком ярко или же слишком как-то... Что там, я не знаю, оранжево. Мне лично пока что нравится. Темновато, правда. Ой, ну ничего. Сойдет. Может быть, потом перекрасим, когда там останется у нас... откроются новые... Вот, молодец. Вот, и это я понимаю. Нормальный гражданин. Взял, выбросил в мусорку свои вещи. И оп. Я бы на самом деле бы сделала заправку фиолетовый, наверное, если был бы такой цвет. У нас пока что его нет, поэтому мы ждем, собственно, когда он появится. Сейчас клиент в заправке подождет. Оп, снаружи я, кстати, не помню. По-моему, мы снаружи тоже где-то не прокрасили, если я не ошибаюсь. Потому что там какие-то проплешины есть все равно. И оп, все, давай. Goodbye. Goodbye, my friends. Окей, мы поняли. Understand. И тыкси. Пока что у нас там, да, какие-то коричневые, красные, голубые. А нам нужно какой-нибудь фиолетовый или бирюзовый. Или же розовый. Хотя розовый там был. Но я думаю, розовый внутри делать как-то такое себе. Сказала я и крашу нашу заправку в оранжевый цвет. Замечательно. Кто-то что-то купил? Наверное, да. Берите, мужчина, не стесняйтесь. У меня тут ремонт, но вы берите, что хотите. Я сейчас к вам подойду, собственно. Все, последняя стена, что ли? Походу, да. А пол тут, я так понимаю, нельзя, да, менять? То есть пол, он и в Африке пол. Все, отлично, заправка уже чистенькая. Нет. Нет. А может быть нам, кстати... А, нет, давайте-ка пока оставим. Пока что оставим, ладно. И раз, два, три, четыре, пять. Давай. У нас там уже нормально так раскупили, кстати. Сколько у нас уже денег-то, господи, боже мой. 500 только? А чё так мало? Чё так мало покупаете? Good job. Почему так мало? Топливо 113, мы еще на 100 заказываем. Естественно, топливо у нас основной доход пока что. Займ средств мы не будем пока делать. Декорации, доставка, магазин. Так, а мы с вами не разместили эти-то. Мы с вами не разместили сигареты. Мы не разместили их. Ой, такой маленький. Такой маленький совсем. Что это такое? Нет, туда не надо. Давайте-ка их вот сюда вот пока разместим. И так, 5. Все, не помещается. Ну и ладно, покупайте такие, какие вам там нравятся. Хотя курить вредно для здоровья. Не рекомендую. Да. Сколько я тебя мог что там ждать? Сколько понадобится, столько и ждала бы женщина. Не надо мне тут свои права какие-то качать. У меня тут вообще-то я одна работаю, между прочим. Поэтому
Не хотите присоединиться? А чё нет? Могли бы. Тоже бы поубирали бы здесь. А то, видите, тут следят всякие, свои ноги не вытряхают на входе. А мне потом ходи, вот это вот вытирай все. Так, возьмите трубку, давайте-ка поедем, пойдем возьмем трубку. Может быть, там что-то важное, он нам звонит. Я вижу, ты усердно работаешь над тем, что твоя станция снова работает, парень. Хорошо, хорошо. Я бы не хотел, чтобы было иначе. Я просто хотела напомнить тебе, что не только я оцениваю твою работу. Конечно, твой дядя лучше знает, как вести бизнес. И хочет видеть твое процветание, но мое одобрение — это только мое одобрение. Настоящее одобрение, за которым тебе нужно следить, — это одобрение, которое дают тебе твои клиенты. Если обман будет раскрыт, ты можешь даже раздавать египетские бриллианты, и никто глазом не моргнет. Те же клиентов счастливыми, слышишь? Окей. Собирайте положительные отзывы клиента, чтобы повысить уровень популярности вашей станции. Более высокая популярность увеличивает трафик вокруг твоей станции. Управляй станцией чисто и эффективно. Окей, ладно. Будем стараться. Будем, конечно же, над этим стараться. И раз. Все, вот он нам сказал nice. Мы ему говорим thank you. Thank you very much. И раз. И два. И... Awesome. Тоже найс. Отлично. Так, что у нас там? Новое письмо, доставка топлива и клиенту кассы. Топливо приехало. Быстро, конечно. Что это такое? Сигареты покупает. Вы гляньте на него. Так, куда тебе столько много? Ты что, 4 пачки? Ты что? Зубы все нафиг вылетят. Мужик, зубы все вылетят. Проще, что у нас тут? Ага. 500. 500. Дорого, дорого. Ты что, какой 500? Мы с вами так совсем это самое. Бомжами с нами. Подождите. Подождите, не шумите. Не шумите. Вот и все. Сейчас он уедет. А оборудование, у тебя есть новое письмо. Почта, одобрение, популярность. Это мы с вами уже прочитали. Значит, тогда я пока что убираю мусор. Убираю мусор. Вот это вот выкидываем. Не сюда. Не сюда маленько мы зашли. И раз. Да хватит бибикать-то, господи, боже мой. Хорош. Все. Идем. И раз. Ну, на Коломагу свою мог бы и побольше бензинчика вообще-то заправить. Побольше бы мог. А что у нас так грязно здесь? Вроде же нормально. А, так это у нас вытирается, вот эти вот сопли, которые я оставила, они вытираются, походу. Можем мы тебя как-то перевесим немножко? Можно... Нет, не сюда. Давайте-ка тогда вот сюда вот пока что. Ой, господи, ты что пугаешься так? Влетаешь прям в меня. Мне нельзя влетать. Так, опять за сигаретами приперлись. Я смотрю, сигареты им прям очень нравятся. Они прямо ими очень довольны. Ну, раз, два, три, четыре пачки набрал. Можно сюда? О, можно. Отлично. Опять они мусор не выбрасывают. Опять мусор не выбрасывают. Представляете, женщина? Вы-то куда? Вы-то куда с своими сигаретами? Вы получили чаевые. Спасибо. Так, а нам, походу, надо там все-таки расчищать. Молодец, молодец. Нам надо там расчищать, поэтому давай быстрей. Думай, сколько тебе надо. Поэтому придется брать нашего этого самого. Где он тут? Где ты тут, Рудя? Рудик. Родик наш. Поехали. Так, а нам куда? Нам туда. Поехали, поехали, поехали. Подождите, Рудик едет. Рудик едет. Ё-моё. Что, не видишь, что ли? У Рудика бензин-то не бесконечный, мужик. Рудик бензин жрет, как я не знаю что. И раз. Ага. А, так тут не сразу. Серьезно. А мы можем, интересно... его отпустить и там призвать.
Это не будет читерство? Он же, по-моему, 10 призывается. Чё, серьезно, можно будет? Давайте-ка проверим сейчас. Давай, давай, у меня тут это... У меня тут проверочка. Где наш Рудик? А интересно, кстати, интересно. Ну, бензин, конечно, у него все равно кончается. Еще ехать так далеко. Блин, у нас же закончится бензин. И давай. Оп. Ну-ка и выйди. Сработает, интересно. Да? Лайфхак? Что это, если не лайфхак? Это, конечно же, не очень честно. Но... Что там? Будем считать, что Рудик не так уж много не так уж много забирает бензина, поэтому мы его перетащили так, на своих руках. Я боялся, что превышу чего-то там. Да это не бойся. Да это не бойся, что тут бояться-то? А, оборудование. Что у нас? Подождите, подождите, у нас что по еде? По еде. Давайте-ка посмотрим. А у нас день-то прошел вообще или нет? Так, сбор мусора пока не надо. Оборудование. Вот у нас прочее здесь. Что нам тут нужно купить? Обычная туалетная кабинка. Серьезно? И что нам это даст? А нафига я расчищала тогда? Да. Давайте-ка закуски. Попкорн. Паприку купим. Вот эти вот. И вот эти. Так, напитки у нас тут что? Вот это-то купим. Ну-ка, уйди-ка отсюда. Вот это купим и вот это купим. И сигаретки наши. Премьер, премиум. Премиум нам пока не надо. Такие вот дешевенькие накупим. Сколько у нас там? 298. Не хватает места на складе? Серьезно? Уилли? Тогда вот это вот мы убираем. Нету? 225. А, у нас 200. Ну, тогда я предлагаю убрать вот это. И убрать тогда попкорн. Все, отлично. Отлично. Супер. Не хватает. Так, подождите-ка, отменить заказ. 200. Ага. То есть нам не хватает. И сразу тогда топливо. Вечно мы тратим деньги. Короче, тратим, зарабатываем, тратим. Зарабатываем, тратим. Зарабатываем, тратим. Какого черта? Вот я думаю, какого черта она вылетела? Какого черта, реально? Я такого же мнения. Я так же возмутилась, почему она вылетела. Ладно, будем заново тогда копить. Будем заново. Все, отлично. Отлично. Тут у нас что, чисто? Чисто? Нет, не чисто. Нет, не чисто. Теперь чисто. Это мы тогда сразу выбрасываем. Выбрасываем. У нас, кстати, снова ночь. 4 часа утра. Я так понимаю, что мы будем работать без выходных. Прям 24 на 7. Даже не будем заправку закрывать. Даже не будем закрывать. Вот так-то. Вот так-то. Повысить рейтинг популярности станции на 1. Чем выше уровень популярности, чем что-то там бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Так, что нам надо? Ворота склада. Ворота склада и вот это вот сейчас мы зальем. Мужика, побыстрее не можешь? Блин, короче, я лучше пока что впущу тогда, чем он там будет миллион лет возиться. Лучше впущу, потом добегу вот до сюда, не до сюда, перепрыгнули. Заправим и бежим назад.
Нельзя брать, окей. Здравствуйте, у нас там много посылочек, я так понимаю. Получается, нам надо расширять наш склад. В ином случае мы не можем много продуктов получать. Давай. Стой, я тебя не закрыла. Все, закрыла. Ждем, пока он уедет. Все? Отлично. Отличненько. Это тоже закрываем. Главное, вы там аккуратнее не врезайте друг друга. Главное, чтобы у нас ничего не своровали. Это прям самое-самое главное. И я бы на самом деле вторую заправочку бы открыла. Не заправочку, а колонку. Потому что у нас здесь достаточно мало машин приезжает именно заправляться. А мы же все-таки заправка. Хотя, может быть, заправка держится на вот таких вот магазинах. Давайте тогда выставим 10, 10, 10, 10, 10, 10. Главное, чтобы у нас продукты были не повторялись. Прям чтобы особо не было такого, как нам там написали, то, что лучше, чтобы было много всего разного именно, а не одинаковые. Поэтому мы, собственно, так и будем делать. Что такое у нас? Повысить рейтинг. Нам надо, кстати, в туалете. Где у нас тут туалет? Мужик, ты не знаешь, где туалет тут у нас? Вот он. Нам надо в ту... вот это вот, во-первых, тоже покрасить. Выбираем. Да выбирай ты. Во. Нам надо вот этот, во-первых, покрасить. А то у нас тут что-то как-то, как я уже говорила, что у нас плешь какой-то есть кое-где. Поэтому нам надо будет закрашивать их. И вот здесь вот мы тогда давайте-ка какое возьмем? Светло-оранжевый. Можно светло-оранжевый взять? Он прям очень светлый. Что как-то здесь прям тяжко красится. Да, походу надо было белые. Походу надо было белый брать. Хотя, пускай будет оранжевый. Оранжевый тоже, в принципе, неплохо смотрится. Ну да, нормально. Зато ярко заходишь, сразу знаешь, что, где, когда. У нас уже сколько? Сколько у нас уже? 8 утра. Я не эту хотела нажать, ё-моё! Я не эту кнопку хотела нажать. Что такое игра? Что ты мне тут делаешь-то? Подождите, а мы с вами вот это вот тоже можем красить? Вот это надо убрать, кстати. Мы вот это вот тоже можем красить. Ну-ка. Да, мы это тоже можем красить, обалдеть. Вот это да. Так у нас тут очень много дел. Так-то, если подумать. Оп. Оп. Прям очень много дел. Прям очень-очень много дел. Подождите, мужчина. Сейчас докрасим чуть-чуть, вот маленько подшлифуем. Ну, белый, я не знаю насчет белого. Можно было какие-нибудь другие края, в принципе, сделать. Ну, ладно. Раз уже делала белый, то пускай будут белые. Ничего страшного. Я здесь. Я здесь, я с вами. И раз. И два. Лучше не будем спешить, чтобы мы ничего не потеряли. Давайте-ка раз, два. Поехали. Оп. Все, отлично. Достижение разблокировано. Нам осталось совсем... Откуда здесь банан? Нам осталось совсем-совсем чуть-чуть до популярности нашей второй. Поэтому мы продолжаем немножко тут убираться. Может быть, как-то красота нашей заправки тоже влияет. Поэтому белое. Не-не-не-не. Хотя, стоп. Какой у нас там есть цвет? Красное. А пускай будет красное.
это ни хрена не красная. Ты шо, игра? А, у нас же обои еще есть. Это же не красная. Ты чё врёшь, игра? Нет, это он. А вот это тогда какой у нас будет? Дениска там бегает. Дениска бегает. Берем. Где он тут? Где ты тут? Где ты? А чё, он уже ушел? Ах ты! Ах ты ж! Ах ты ж! Ах ты ж! Где? Где что-нибудь? Блин, козлина! Вот козлина! Иди отсюда! Иди отсюда, сказала! Быстро! Быстро пошел отсюда! Взял нам и всю покраску испортил. Задание выполнено. Второй этап нашей заправки уже здесь. Какая-то у нас такая себе, конечно, вывеска. Ну да ладно. Ну да ладно. Так, а кого мне из вас взять на превьюшечку? Кому мне взять-то? Да. Здравствуйте. Дениску взять, что ли? Улучшение. Улучшить за 500. А что нам дадут? А у нас деньги-то остались? $51 всего лишь. И чё? Что так мало? Что так мало? Не, смотрите, сигареты раскупаются только в путь прям. Одни сигареты покупают. Новое письмо. Давайте-ка, наверное, вот эту вот размазню закрасим. Хотя выглядит, в принципе, неплохо. Может быть, это какие-то там профессиональные граффити, нарисованные специально там, чтобы прикольно было. Но нет, наверное, надо все-таки закрашивать. Так, крыша, что-то мне как-то это не особо нравится, красная. Прям как-то совсем она мне не нравится. Тут мы тоже закрасим. И здесь вот все помоем, почистим. Помоем, почистим. Возьмем клиенту заправки. Музычка, кстати, там какая-то играет. Наши заправки внутри. И оп, отлично. Ну, уже $151. Хотя бы сможем, если что, заказать наше топливо. Собственно. Так, я предлагаю накинуть вот это вот все сюда, что мы в тот раз не закинули. Так. Ты можешь как-то перевернуться? Нет, не можешь. Я надеюсь, что он ее увезет. Посмотрим, увезет, не увезет. Что это? Мусор нам не нужен, да? Ленту гаража. Какого гаража? У какого гаража? Ой. Здравствуйте. Вот вы у меня как раз-таки на превьюшечку и пойдете, наверное. Да. Отлично, все, нафоткались. Давайте-ка, наверное, сначала сделаем вот так вот. Мы сначала всех обслужим здесь. Потому что мы, конечно же, разрываемся туда-сюда. Клиенту гараж какой-то нам еще добавили. Поэтому надо бы как-то побыстрее вот это вот все сделать. И письмо там. Оп, прочитать. Так, что у нас там с письмом? Письмо. Мастерская сообщает. Поздравляю, маленький племянник. Твоя станция выросла настолько, что стала функциональной мастерской. Молодец. Надеюсь, ты понимаешь, что это не означает, что ты будешь сидеть на лаврах. Если никто не будет делать за тебя работу, предлагаю тебе засучить рукава и приготовиться к серьезной работе. Я уверен, что ты найдешь множество заданий для каждого, кто заглянет к тебе, чтобы починить машину. К сожалению, пока что ты должен знать, как делать эти вещи самостоятельно. Давай посмотрим. Во-первых, чтобы начать ремонт автомобиля, дождись, пока клиент выйдет из своей машины.
машина, а затем нажми кнопку на подъемнике. Я слышал, ты когда-то пробовал быть механиком. Что ж, задействуй отточенные чувства, shift по умолчанию, найди сломанные детали, отмеченные красным цветом. Прежде чем начать их заменять, найди подходящий аналог и подбери его. При этом помни, что детали не появляются из воздуха, тебе придется заказать их, как и любой другой товар. А теперь отправляйся туда. Окей. Ну, мы, конечно же, сейчас быстренько попробуем, что там у нас творится-то. А потом тогда посмотрим. Давай быстрей. Заказывай тут. Покупай свои сигареты опять. Что на сигаретах сидят? Лучше бы покушать вон что-нибудь побольше купил. Вот, вот это я понимаю, клиенты. Вот это я понимаю. Посмотрите на нее. Она на месяц закупки сделала. $33 всего лишь. Хотела сказать Симлеону уже, господи. У меня этот Симс уже в голове застрял. Оп, все, поехали. Гараж. Мы, правда, еще это до конца не докрасили ничего. А уже гараж открываем. Так, что нам там надо нажать? Ага. Нормально. Так, что там? Shift. Ага, то есть колесо. Колесо, 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 колесо. 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 Да пройди ты, господи. Как нам его менять? А, даже так. Окей, сняли. И ставим новое. Вот. Все? Дверь. Что у тебя с дверью? Царапина? Давай. Давай. Блин, вот бы если бы так в жизни была бы такая штучка. А что дальше? Что дальше у тебя? Зеркало. Зеркало это ты, так я так понимаю. Да пропустишь ты меня. И раз. Два. Все? 155. Ну, нормально. Пока что сойдет. Да. Иди ты сюда вот. Что тут? Это? Шины накидала. Шины можно складывать. А, так это тоже можно, оказывается. Ну, вот этот мы ничего не будем продавать. Хотя, вот эту коробку я продала. Остальное, наверное, оставим. Будем считать, что это какие-то расходники, собственно. Что у нас тут? Давайте-ка последних обслужим тогда. И я думаю, то, что будем заканчивать на сегодня серию. Потому что мы и так уже много чего сделали. Давай, давай. Оп. Я так понимаю, потом мы сможем работников нанимать и все в этом роде. Have a nice day, да. Так, женщина, ладно, вас последних обслужу. Потому что все, надо уже заканчивать. И раз. И так, я так понимаю, там кто-то еще на заправку, да, приехал? Два. Все, отлично. Эй, давай-ка. Что у тебя тут? Немного, я надеюсь. Нет, они, походу, очень любят закупаться. Прям нормально так закупаться. А, доставка. Что у нас тут? Детали. Ага, то есть у нас тут даже запчасти есть. Моторное масло, свеча зажигания. Они у нас что? Они у нас, в принципе, дорогие. Давайте-ка, наверное, вот эти вот купим. Сразу, раз уж у нас они там зелененькие. Клиенту гаража. Подожди, клиенту гаража. Чего я хотела-то? Чего я хотела-то? Я забыла. А, наверное, все. Пока что на этом. Ну что, ребята, вот такая вот у нас сегодня вышла серия. Мы тут что-то пошаманили. Давайте-ка я так поставлю. Что-то тут поделали. В итоге открыли, наконец-то, гараж какой-то. Будем там что-то пытаться сделать. Дядюшка нам звонит, требует деньги. В общем-то, все как всегда. Поэтому, если вам понравилась эта серия, ставьте лайк, пишите комментарии. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео по Gas Station Simulator, конечно же. Ну и также не забывайте подписываться на мои соцсети, ссылочки есть в описании под видео, как всегда. Но я буду с вами прощаться, увидимся уже в следующем видео. Всем до скорой встречи, всем пока-пока!
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't.